Глава Ингушетии посетил топливно-энергетический колледж селения Челуки. Насмотрел новый учебный корпус на 360 мест. Побывал в кабинетах, заглянул в столовую. Обратил внимание на соблюдение требований техники безопасности после осмотра чердачного помещения здания. Колледж – единственное учебное заведение в республике, где занимаются подготовкой специалистов в сфере энергетики. В дальнейшем здесь планируется ввести новые специальности с привлечением преподавателей из других регионов. Молодежи наша давно уже, там уже лет года три, как минимум, уже такие привержены, и они уже с охоты идут в технические, среднетехническое учебное заведение на технические специализации. И с учетом того, что мы там далее откроем один из институтов технического вуза, филиал. То ли это будет филиал московский, то ли это будет тюменский, там уже определяет, решает Министерство образования Российской Федерации. Главное, что добро нам дано на это, и помощь в этом направлении оказывается. Я думаю, что и те ребята, которые колледж останется как энергетически широкими там, полномочиями, а там более 70 профессий обучают, я думаю, во-первых, с колледжа спокойно могут переходить уже на высшее образование, после уже уровня образования колледжевого. И со стороны тоже могут поступать, и будут ребята с удовольствием поступать на технические вузы.